хотели бы вам показать теперь предшественника, танец, который предшествовал медленному вальсу. Не работает. Ну, неважно. Какой танец вы, наверное, знаете? Правильно, вальс Бастон. В каком городе родился? Всем, наверное, тоже понятно, да? Английский вальс родился в городе Бостон. Ну вот, сейчас мы его вам покажем, а после этого нам хотелось бы показать современный медленный вальс, который сейчас танцуют уже на балах. Потому что на балах не только историческую программу сейчас танцуют, но и современные танцы, уже танцы 20 века, танго, медленные вальсы, ну и другие танцы, которые родились уже несколько позже, чем вот исторические 19 века. Вальс Бастон. Танцуют все.